Мы на физпроцедурах. Сначала были ванны у нас, потом грязь, еще даже толком не засохла. В общем, сидим тут, пахнет так. Сейчас на физиолечение будем на пояснице, чтобы не ложиться, а потом будем дольше укладываться и подниматься, чем процедура длится. И потом пойдем на тренажеры. Выше поднимай. Угу. Не задерживай. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Тоже второй тренажер. Делаем три подхода по 15 раз. Увеличиваем вес. Каждый день понемножку. Ну как понемножку? По 5 килограмм. Все, отдыхай. Не держи долго. Отпускай. Вот так. Почаще, туда-сюда, туда-сюда. Как дышишь, так и делай. Выдох. Вдох. Выдох. Голову вниз. Голову вниз. Вдох. Выдох. Дыши открытым ртом хорошо. Выдыхай полностью. Все. Так, все. Нужно руками почаще делать. Как вот ты вдохнул, выдохнул. Не задерживать дыхание. Все, рука устала. А? Не понял. Одна? Ну ничего. Все, давай. Ну, значит, надо двумя руками, а не на одной упираться. Я куда только не хотел. Это тоже тебе надо разрабатывать. Нет, я стала, но мне сука шучу. Все, давай. Вдох, на выдохе. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Давай, давай, я смотрю. Вдох. Выдох. Здесь у нас 25 килограмм тянет. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Мы опять в бассейне. Плаваем на спине. Спокойно держишь. Работает на горе. Сам плывет, сам плывет. Не держит инструктор его. Сам плыл, Дим. Давай, сам, говорю, плыл. Никто тебя не держал. Да. Давай. Ноги, ноги выпрямляй, колени. Раз. Голову. Не попалась вода в уши, нет? Нет? Ну и все. Вниз. Ноги вниз опускай. Руки поднимай. Поднимай. Сам. Сам. Вот так. И голову. Теперь ноги выпрями. Ноги выпрями. Стоишь? Так.
смотри вниз. Смотри вниз. Отлично. А ты хочешь локоть положить? Давай, положи, на локти? Положи. Он подсмотрел, говорит, я лучше на локти буду ставить. Главное вперед делать. Ну куда ты? Расположил, так держись. Ну что, поплыли? Давай. Самостоял. Отлично. И работает руками. Давай. Так. Ноги выпрями. Выпрями ноги. Руки. Старайся выше поднимать руки. Поднимай руки. Руками почаще. Руки вверх. Вторую руку вверх. Вторую руку поднимай вверх. Сюда. Поднимай. Давай. Поднимай. Ноги ставь. Раз. Хорошо. Быстро. Уже какое-то четвертое занятие. Уже плывешь сам. Даже можно будет на море жилет одел и плавай. Да. Держись, держись, смотри. Чтоб раньше времени не поплыл. А какие ему опознавательные знаки сказать, если вдруг вода попадет? Мы пока... А, по чуть-чуть, ага. Да. Туда дышишь хоть? Голову дим. Так, подожди. Там завернуть, ага. У него мордаха большая, да. Наверное, не под маску. И рот не закрывается. Да, угу. Не получится. Да, нам маловато. Да. Угу. Он плывет быстрее, чем я иду. Давай, греби. Давай, греби. Активно. Руками. Чего ты руками не шевелишь? Еще активнее греби руками. Ты боишься голову это замочить, да? Прямо вот так задираешь ее. Лицо ниже. Значит, когда отплываешь, закрывай рот. Опускай лицо вниз. Опускай лицо. Встал. Поплыли. Давай, отталкивайся от колени, выпрямляй. И греби. Давай, все, греби ногами. Вот, сам поплыл. Ну, волну какую надену. Колени, колени выпрями. Давай, на время работаем. Да. Руку будем переставлять? Как? Нет, ноги напрягли, оперлись на ноги и переставили руки. Правда. Можно проскользить ее, отпустить чуть-чуть и проскользить. Да. Это тоже приедет с мамой. Главное не соскользнуть ей, потому что рука круглая. Почти не согнул вправо, почти. Почти оперся и перешагнул, почти не спеша. Руку. Юра, ваш парень за руку. Я видел, да, а что теперь? От жажды умрешь. Я не буду в чат писать, чтобы он вернулся за ним. Понятно. А потом смотри, списки журнала дает Катя.
что ты говоришь? Напишите объяснительный на всякий случай падения. Хорошо. А зачем, я не могу понять, он вот это вот здесь фиксирует движение, его нельзя где-то там? Она там не держится, я не понимаю. Я не знаю, что ты говоришь, она там не держится. Правее стало. Что? Ну, поставил же ногу, в чем проблема? Не вижу проблемы. Зависать не надо, шаг за шагом, без зависания работаем. Любое зависание, потом непонятно. Когда ты соприкасаешь, он тебе теряет равновесие. То правее, то левее. Сейчас будет шаг, потом только разворот. Нет. Разворот нужен уже, да? То разворачиваем, суем руку. Сначала правая, наверное, еще шаг. Шаг, да. Шаг и сразу заворот на ней. Не, можно сразу все делать. Разворот. Можно по-быстрому пытаться. Да, вот такими мелкими семенящими действиями можно переставлять ноги. Да, просто. Ничего в этом проблемного не будет. Левый вперед. Рука позволяет? Не близко рука, нормально? Шаг левый, я сказал. Левый шаг. Все время первый шагаем левый. Зачем? Чтобы правая дольше опиралась. И опустили. Следующее. Таз не виляет там. Чуть-чуть. Только первый шаг был, не касался почти. Не касался. Второй начал. Забываем вот это влияние таза, оно лишнее. Шаг. Быстро. И опустили. Есть. Почти не успела согнуться. Можно, смотрите, если не успевает выпрямить, то хотя бы тогда успеть переставить ногу. Таз. Успеть переставить ногу до того, как она это согнется. Хотя бы подлавливать таким махом. Что-то надо делать, потому что реально она все время хочет согнуться. Или ускорять шаги. Или это подлавливать, пока она еще прямая. Чтобы заставлять ее не успеть расслабиться. Она очень любит, я смотрю, расслабляться. Ну не то, что любит, привыкла просто. Ее щадят, она и привыкла расслабляться. Руку, без руки не идем. Куда завал? Какой завал? Я не понял. Я уже лег, я уже могу вас не держать. Какой завал? Колени. Шаг. Я уже наблюдаю со стороны. Пора идти самостоятельно. Руки, ну реально. Я вообще здесь не участвую, я стою рядом. Тебе уже устали. Нет, не в том дело. Я говорю, что я уже не нужен. Да, так. Сам. Да. Ты сам. Таз. Колени. Таз. Колени. Еще шаг. Нет, еще. Да, все. Руки. Разворот последний, как бы туда. Разворот мелкими семенящими движениями, не сводя колен. Не сводя колен. Я сейчас сюда кулак встану. Встали на ноги, не надо падать. Разворот. Потому что ты близко ногу, видишь, поставил. Отводи вот эту ногу. Не соединяй прямые. Не соединяй колени. Прямые ноги максимально прямые. Не то, что больно, но опасно. И опасно. Быстрее. Мелкие семенящие. Так. Кстати, это тоже надо потренировать. Не надо колени соединять. Правее сразу подвигай вправо. Вот так. Еще ноги развернули, потом идем. Телом. Лежит? Нет? Нет. И... Да, ну мы походили, ладно, с ними. Да, она все равно у него будет так. Ну, мне главное, чтобы это... Руки не помогали. Ну, мы делали так, я не помню. Как конкретно мы делаем? А руки килограммовые, да? Двух. А, тоже двух? Быстрое чередование. Вовремя и быстро. Может, прикидывается. Смотрите, как быстро. Я не успеваю руку поставить, он уже напряг ту сторону, которую надо, понимаете?
То есть быстрое переключение между разными полушариями работает. И не надо прикидываться, что мы не можем какую-то ногу поставить, но какую-то руку поднять отдельно. Все работает. Вот оно. Вот, моментально. Вот, левая половинка, правая половинка. Вот, все работает. Понятно? Это очень легко проверить. Переключение между полушариями. А там одна нога напряглась, он уперся, вторая нога. Поняли? Да? Mm-hmm. То есть и ногами это управление тоже проверяется. Так что не надо рассказывать. Теперь вперед-назад. Я тяну... Нет. Я тяну, напрягаем живот, я толкаю, напрягаем спину. Понятно? Нет? Я тяну, надо напрячься, чтобы не дать... Да, вот. Раз. А я толкаю, надо... Да. Понятно? Все. Кстати, будут чередовать. Да, чередовать буду. Раз. Сильней. Я не должен вообще сдвинуть. Живот сильней. Вот. Чтобы ваши ноги поднимались. И спину тоже сильнее напрягаем, чтобы я не мог согнуть вообще ни грамма, не подвинуть вперед. Сильнее. Я еле тянул, блин. Бок я сильнее давил. Смотрите, бок он состоит из бока и части живота, части поясницы. А живот вот огромный, два бока и целый живот. И спина тоже огромная, два бока и целая спина. Они должны сильнее напрягаться, чем бока. Здесь мы толкаемся ногами, здесь мы притягиваем ноги к животу. Здесь мы толкаемся ногами от пола, помогая. Здесь мы притягиваем ноги к животу. Здесь мы толкаемся, здесь мы притягиваем. То есть ноги работают постоянно, помимо туловища. У нас тело одно целое. Колени разведи. Это что опять у нас колени вместе делают? Угу. Кто хулиган? Давай я тебе вот этот положу. Хулиган? Я хулиган? Так это нет. Я сейчас объясню. Да. Не удержу. Что мы не поставим между ног, все будет давиться этими же мышцами, которые это будут держать между ног. Значит. Да, смысл что-то устанавливать, только если, знаете как, ну чтобы не сильно короткие эти мышцы были. Тогда да, тогда мы устанавливаем, они становятся чуть подлиннее, и, соответственно, это потом не сводят так быстро и так часто и так сильно. Значит, да, на ширине но мышцы мы вчера только проверили, что они работают. Угу. Контроль над ними надо включать. Мозг должен работать на полную силу, полную. Если он будет что-то недоделывать, значит, это он не дорабатывает. Отступи еще ногой дальше. Можно помочь, вот да, отступить ногами вот дальше. Вот, можно пошире. Ставим. Вот как мы сжимаем колени. А должны разводиться. Заходим сюда. Заходим. А, да, я еще хотел проверить это. Сейчас. Зайдем сюда и сейчас проверим. Очень полезное упражнение. Можно делать в брусьях, можно пытаться снаружи брусья держать одной рукой делать. Вернее, там не получится держаться одной рукой. Ну, в общем, короче, то, что мы здесь вот делали, но у нас не получилось. Сколько? Толкаемся ногами. Вот, и все. Продолжай. Только руки не на голове, а за головой. Руки пошире, чтобы у тебя спинка была попрямее. Продолжай. Вот. Все. Присаживаемся. Буду придерживать. Не плюхаться потихоньку. Вот. Все, молодец. Дальше. Сам. Я чуть-чуть. Ну делай все, чуть-чуть. И выровнялся. Теперь левой ногой заходишь. Тоже шаг, шаг и выходишь обратно. Только левый. Угу. Шаг. Нет. Зачем ты переступила? Про так же само только левой делаешь. Это правда. Спину выравниваю. Руки где? Пересаживаемся. Нет. Я не говорил переступать штуку. Зачем ты выдумываешь? Ты вот делаешь вид, что это я тебя заставил. Я ж не делал-то. Друзья, сообрази. То же самое, что ты только что делал правой. Друзья, добрый вечер. Занятия уже закончились наши.
поужинали и решили вечерком выйти прогуляться. Сегодня, говорят, во Дворце культуры будет караоке. Ну, не знаю, проедем, пусть от нас, от нашего корпуса никаких мероприятий не предвидятся. Поэтому будем, может быть, с другим корпусом зайдем. Ну или хотя бы так, может, где-то чуть-чуть что-нибудь поснимаем вам. Дождичек был. Ну, тепло, такой ветерочек. Не скажу, даже прохладный. Ну такой, свежий. Ну да, здесь в основном все мероприятия для детей. Ну это говорили, там вроде будет когда-то какое-то мероприятие для детей-колясочников, может. И мы сможем. Ну, посмотрим. Сейчас что-то. Вот сейчас светло еще. Посмотрите, какое футбольное поле огромное. Мало того, что огромное, но зелененько, коврик. Вагон. Похоже, как это настоящая трава. Да. Да, настоящая. Настоящая. Настоящая травка. Это газонная. Прям без проплешин. Это бегают и все равно такая зелененькая, хорошая. Вот. Ну или так очень хорошо прям это сделано искусственно. По-моему, это настоящая травка. Хотим сказать огромное спасибо Наталье и Юлии за денежный перевод. Наталья написала от души. Спасибо огромное. А Юлия написала на мороженое. Друзья, ну мы не то, что это, вы не подумайте, что прям там зажали. Если бы сильно хотелось бы, купила. Ну, Юлечка, спасибо огромное. Мы еще думаем, если тут чуть поснимаем, поедем там, где домашний уличный, ну, вот это кинотеатр, может, фруктиков еще купим. Дима говорит, что-то мне и не сильно и хочется мороженое. Ну, посмотрим. Спасибо огромное. Здоровья всем, мирного неба и всего-всего хорошего. Огромнейшее, преогромнейшее спасибо вам, друзья. Здание. Ага. Сейчас я Диму везу. Здание очень большое. Сдалека не очень, а так. Да. Вот такое огромное. Дима как комарик против этого здания. Ветерок. Ну, мне жарко. А Диме ветерок. А Диме не жарко. Такой. Тихо. Тихо так. Ой, какие красивые колонны. Туалет. А здесь раздевалочка. Но там темно. Еще рано. Не знаю, где тут будет караоке. Ну, друзья, зайду, конечно. Туалет. Как на вокзале, на большом.
такое прям помещение. Ух ты. Ну, здесь рассчитано много людей. А это бытовая комнатка. Угу. Ну, так как везде. Это зал там, концертный зал и фильмы, наверное. Ой. Темно. Вау. Это тут сцена. Ну ничего не видно, конечно. Тут-то сцена большая. И вот это место здесь. Что это за дверь? Ой. Нет, тут закрыто, наверное. Ладно, там закрыто все. Там здесь только как кинотеатр, спектакли можно тоже показывать. Сейчас сюда попробую в эту дверь заглянуть. Здравствуйте. Скажите, говорят, где-то будет здесь караоке, да? Да, через 30 минут. А где? Вот здесь прям? Да. А здесь? Ага. Тут у вас и цветомузыка. Все, спасибо большое. Еще 30 минут, может, съездим фруктов, успеем купить. Через 30 минут будет. Поехали, еще погуляем. Чего? А, сейчас пока видно вам хоть показать, а то ночью снимали. О, идут на караоке, наверное. Уже поют. Да. Тут зонтики открываются, если дождь. Столики. Можно смотреть и что-нибудь купить. Как кафешечкой. Фруктики. Какая красивая эта плиточка. Такая яркая, прям уложена. Вот и озеро. Дыши озером. Красота. Димка мерзнет. Мне жарко, Димка мерзнет. А да, я ж тот раз снимала, по-моему. Так, что тут? А, пицца. Маргарита 400 рублей. Пепперони 600 рублей. Салями 620. Добавки еще 50 рублей. Картошка фри, бургеры 300-400 рублей, 250, напитки разные. В общем, кто хочет, может увеличить и посмотреть цены. Ой, тебя тут не затопчат.
Здравствуйте! Ой, здравствуй, Кирилл! Ой, наш знакомый дружочек. Так. Ух ты, какие персики. Большие, мягкие. А какую цену персики? 180-160. Вот эти 160, да? 180. А, 180. Угу. Ага, виноград? 200. Так, друзья, купили персичкового винограда. Тут ребята шли, мы спросили, они, кажется, идут в ДК на кино. Ну, вряд ли нас туда пустят. Потому что ребята, это отряд здоровые ребята. Никого на колясках нет. Поэтому... Да, там нужно специальными, с какой стороны, где там где-то пандусы есть, заехать. Но я вам заходила, тут только ступеньки. Это нужно с другой стороны. Ну, если начнется фильм, может, хоть загляну просто показать вам. А то было темно, сейчас, может, светло будет. Друзья, такой закат красивый. Правда, за деревьями не сильно видно. Вообще небо в туча гуляет. Может, дальше проедем. Может, там будет видней. Дима говорит, раз тут кошечки, котики, нужно им сделать специализированные такие домики, как будочки, чтобы могли прятаться. Около каждого павильончика. Ну, может, у них где-то и есть. Может, их, когда холодно, вовнутрь пускают. Ну да, то было свой домик, а так все равно холодно на улице, даже в домике. Хотя здесь такие зимы, что не замерзнут. Ну, может быть, и сделают. Хотя вон солнышко снять в дырочку было видно. Уже он спряталась. Так быстро опускается. Еще за деревом не видно, конечно. Тут уже караоке. Возле. Димка поет. Что-то как-то этот самый мотив не подберется. Мы не пета, а возле. Так что, друзья, есть досуг здесь как для здоровых детей, так и для колясочников. А ну, с этой стороны зайду. Здравствуйте. А фильм будет, да? Да. Скажите, а на инвалидной коляске сюда никак нельзя заехать, нет? Наверное, нет. А, нет никакого заезда нигде, да? Ну, там, если сзади ДК, вот здесь вот дверь открыть. А. Но там горка крутая очень. Понятно. А какой фильм будет вообще? Не знаю. Какой-то Ясно, спасибо.
друзья, хотим, ну, мы-то не пойдем фильм смотреть, просто посмотреть, как, где тут заезд, если можно проехать. Дождь моросит. Да, вот, друзья, заезд есть. Ну, парень не сказал, что он, ну, как крутой. Ну, нет, заехать можно, конечно, это нормально, просто что длинные. Если бы мы, да, захотели посмотреть фильм, мы бы, конечно, попросили. Так что заехать можно. Ну, конечно, чуть-чуть крутоватый, тяжело будет. Но, тем не менее, даже можно было кого-то попросить, если бы хотели. Ну, в общем, заехать можно в кинотеатр. Вот это очень хорошо. Все, друзья, поедем домой, потому что моросит дождь, а то мы попадем под дождик, намокнем. Друзья, домой еще не идем. Услышали тут ребята что-то. С какой же стороны? В общем, тут еще одно футбольное поле. Дети играют в футбол. Тут много, тут все, наверное, не объедешь, чтоб. Сейчас. Ага. Так, стой тут. Ладно. А я чуть-чуть. Это уже дорожка. А. Спортсмены. Освещается. Видите, все. Тоже поле зелененькое. Ну, детям жарко. Одинка замерз. Детям и дождь нипочем. Все. Теперь точно. Домой, да? Да, это и называется Центр спорта «Эволюция». Тут в основном, да, специализировалась вот именно на здоровых детях, как юных спортсменов подготавливают, тренируют, как они, оздоравливают. Вот. Ну и также начали тогда вот постепенно и детей-инвалидов. Ну а теперь это будут переквалифицироваться именно как в реабилитационный центр для инвалидов. Будут, да, больше расширяться, будут больше какие-то тренажеры, инструкторов приглашать. Ну, в общем, у руководства такие задумки, чтобы... Ну, центр большой, тут можно расширяться, тут даже можно на территории еще здания строить. Так что... А, вон, пошли ребята фильм смотреть. Все, побежали мы домой, пока не намокли. Здравствуйте. 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 Пошли, детишки, кино смотреть. Чтоб меньше сидели в телефонах, а немножко отвлекались. Я, ну, еще не все. Нельзя проехать мимо такого розового цветника. Красота. Какие розочки. Вдоль всей дороги, с одной, с другой стороны. И сюда вот пошли. А? Поближе. Ну, чтобы на эту не наступать. Красивые. Такие они не однотонные, а какие-то как с отливчиком. Тут, может, ну, уже, конечно, отцветают. Не очень. Тут розовые. Точно намокнем. Вот, гляньте, какая. Розовенькие. Вон как желто-белая. Ну, эти уже отцветают. Уже практически, конечно, все отцветает. Нужно уже обрезать. В общем, все, друзья. Всем доброго вечера. Доброй ночи. Еще и желтенькую покажу вам. Вот такая красота.